Говядина по-монгольски довольно популярна в китайских ресторанах, да, несмотря на название, это блюдо китайской кухни, мясо получается нежнейшее, пропитанное соевым соусом с остро-сладким привкусом. Готовится это блюдо довольно легко и быстро, в этом вся фишка, требуется скорость. Обжарить тонкие ломтики мяса, дать стечь лишнему маслу, приготовить соус, добавить мясо и довести соус до загустения, помешивая в нем слайсы мяса. Надо, чтобы соус пропитал каждый кусочек. Ниже подробный рецепт, как приготовить говядину по-монгольски, мастер-класс, приятных вам хлопот на кухне. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо нарежьте поперек волокон очень тонкими ломтиками, лук и чеснок помойте, чеснок очистите. Ломтики мяса обваляйте в крахмале. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте мясо до румяной корочки с двух сторон в течение 1-2 минут на сильном огне, снимите его со сковороды и поместите на бумажные полотенца или сито, чтобы стекло лишнее масло. В оставшемся масло добавьте измельченный имбирь и чеснок, готовьте до появления аромата, затем добавьте сахар и соевый соус, доведите до кипения. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Добавьте мясо и готовьте до загустения соуса, периодически помешивая. В самом конце добавьте нарезанный зеленый лук, перемешайте и снимите с огня. Подают такое мясо обычно с отварным рисом. Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Говядина, 400 грамм. Крахмал, 3 столовые ложки. Масло растительное, 3 столовые ложки. Чеснок, 3-4 зубчиков. Имбирь, 1-2 чайных ложек, тертый. Сахар, 1 столовая ложка. Соевый соус, 100 мл. Вода, 50 мл. Зеленый лук, 1 пучок. Количество порций, 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания.